Всем привет! С вами Комаров Виталий. Сейчас я вот прогуливаюсь вдоль нашего пруда. Когда-то он назывался Новый. Ну, где-то он вот там его видно. Когда-то этот пруд назывался Новый, да. Ну, не назывался, или мы его так называли, черт его знает. Сейчас этот пруд называют Поимковский. Этот был Новый, дальше Старый, а в ту сторону был Мордовский пруд. Вот. Я сам родился в Бушмаково, здесь вырос. Многие вещи помню, которых здесь не было даже. То есть, вот эти вот сосенки, вот. Я помню, что еще здесь их не было когда-то. А здесь вот это все было, как говорится, ровный участок. Здесь, по-моему, даже пахали. Кладбища-то вот там не было. Она, можно сказать, появилась совсем недавно. А в этом пруду мы когда-то совсем маленькими купались. Сейчас вот он уже такой вот имеет бардачный вид, весь заросший. А это вот те самые сосенки. Я их помню еще, когда они были вот такие сосенки. То есть их буквально при мне их высаживали. Я видел, когда под этим соснами еще земля была рыхлая. И сейчас вот они выросли вот такие вот. Были когда-то совсем маленькие. Когда-то вот таких вот кустич здесь тоже не было. Было здесь здорово когда-то. Здесь был пляж свой. Сейчас здесь, это уже второй год, вода упала, по-моему, на метр с лишним. И это все пруды у нас. Никогда такого не было, как вот эти года. Не знаю, то ли это дождей нет, не было, то ли их мало было, этих дождей. Но никогда так вода не падала. Здесь, наверное, сейчас на самой середине будет по колено. Пруды это уже давно не чистят. И никогда их не чистили. И не собираются чистить. Жалко как-то. Я не знаю. На все это смотреть. Как-то детство здесь провел. Все меняется как-то печальненько. Когда-то я помню, даже на той стороне дома-то не все были. Вот по территории ПМК она на той стороне. Сейчас это ПМК уже давно не существует, а пруд называет Поимковский. Тот называет Школьный, тот, по-моему, так и называет Мордовский. Почему Мордовский, не знаю. Почему этот новый, тот старый был, тоже не знаю. Наверное, это новей, тот старей. Вот так. Вот что сейчас за моей спиной. Это Парк Победы. Здесь стоит там такой пьедестал. Там когда-то нам рассказывали, что там было заложено такое послание в будущее, где-то в 2000-е годы. Ну, вроде бы как его распечатали, ничего там интересного не было. Какие-то фамилии, имена и все. Вот такой вот прудик. Сейчас мы поближе к берегу подойдем. Вон, вот все, что где деревья не растут, это пруд. Сейчас это зимой, не так заметно. Вон там сидит рыбак.
рыбу ловит. Я не знаю, на камеру видно, нет, насколько упала вода. На метр с лишним. Когда-то вот вода практически сюда заходила. Вот за эти деревья сюда разливался крутой. А сейчас я вам покажу, где у нас пляж был. А у нас тут пляж был когда-то. Он перестал существовать где-то в 90-х. Начал переставать существовать в 90-х годах. Так мы все сюда ребятишками бегали. Я не знаю, я помню, что я все детство здесь провел. А вот где прогалы в зарослях. Это я вот до сих пор помню. Здесь у нас купались такие, ну, взрослые люди, которые хотели отдельно покупаться. Там вот прогал тоже есть. И вот можно было как-то в этих, по этим прогалам распределиться. Вот сейчас мы подходим к зоне пляжа. Бывшего пляжа. Жалко. Вот она, зона этого пляжа. Она начинается вот оттуда. И вон от тех кустов. И шла она вот до отсюда. До этих кустов. Вот здесь вот был лягушатник. То есть это в воде было сеткой огорожено. Там столбы были вырыты. Или там как-то. И туда все, что мой младший. Ну, все младшие там были. Другие вот здесь. Здесь был и песочек, здесь когда-то был грибочек. Здесь были скамейки. И раздевалки были. Все это было, было, было. Сейчас этого всего уже нет. Потому что пруд превращается потихоньку в лужу. Я честно скажу, сомневаюсь. Вот сейчас мы подойдем к берегу. Когда-то вода здесь была практически вплотную. Вот видно, нет, какая высота. Здесь вот, где я стою, это был берег. Дальше вот от меня, дальше шла вода. Наверное, вот такая экскурсия из моего детства, который провел я вот на этом пруду. Вот это зона пляжа. Когда-то здесь было невозможно пройти. Сейчас здесь машины ездят. Нам приходилось ходить вон там, чтобы сюда зайти. Где-то там выше подымались, и там мы проходили. А здесь мы даже не думали. Так, ну все, пока. Подписывайтесь на мой канал. До свидания.